Доброе утро. Я тоже здесь, но себя снимать не буду. Мам, привет, скажи. Привет. Привет. Куда мы поехали? Меня нет. Тебя тоже нет? Мы поехали в садик. Потом в поликлинику. Нет. Потом в город. Мам. В общем, наверное, до обеда прокатаемся. Может, пораньше. Ну, вряд ли пораньше. У нас на зерноизмельчителе. Чего? На зерноизмельчителе, на зернодробилке, на мельнице. На мельнице, вот. Развалился подшипник. Вот. Надо заехать на рынок, купить подшипник, найти. Иначе беда. Приехали мы домой, сделали запчасти от зерной дробилки, заехали к тете, она дала нам кукурузу, свеклу кормовую, картошку мелкую, думали 2-3 мешка будет. Здесь 4 мешка, и здесь 3 мешка. В общем, вот разобрал зернодробилку, а вот уже с новым подшипником. Поменяли нам прямо на рынке. Вот, друзья, товарищи, Фредушка здесь моет холодильник. Я собрал там зерноизмельчитель, как он правильно называется. Наш домик превратился в склад утеплителя пока временно. Вот. А, нет, вру, почти собрал, оказывается. Осталось вот закрутить. Разобраться и закрутить. Вот такой измельчитель зерна. Биз-003. Сейчас пойдем мы его испытывать. Что получится, увидим. Надо морковку перевернуть, я боюсь напрыгивать. Кормим наших кроликов. Надо сено еще дать. Сено тоже дать. Да, да, я боюсь. Ты? Ну я боюсь, она же. Мама, что делать-то? Ага. Вот у этого. Кормовую свеклу кушай. У Стежки вот тут. Стеж, ты меня не пенешь? Что там есть? Там, возьми, не. Там это блюдце, которое надо зерно. Ну, возьми, дать. Он же не трогай. Где он? Там, извините. Видишь? Хрюкает у меня еще тут. Ой, во что я встала? Ой, рассыпала немножко, извините. Ну, морковка теперь хорошо. А это кукуруза херачит. А в жизни, наверное, ни разу не ела кукурузу. А наша что? Стежка чудя? Ну, не знаю. А... Нет, Стежка тоже на ней. Бролин. Бролер. Чё такое? Чё не нравится? Петя на своем. А чё клюет? Смотри. Угу. Смотри, чё. Эй! Ну то что? Смотри. Ох, хулиганы. Сегодня возле петушка чёрная курица сидит. Иди наша лысая. Угу. Это мы свет выключим, они сейчас перестанут клевать. Да. Потому что свет... Сейчас... Сено, я думаю, не надо сегодня.
Ну ладно, завтра, сегодня есть, пусть грызут. Вода есть. Вода есть. Вот это вот, мужика бы вот это вот сделать. Закрутил, да? Ну, еще что ты там? Не влезает, не слабо, я бы не ладно, пошли, свет выключаем. Здесь всем спокойной ночи. Бройлеры все зашли? Нет, еще, сейчас. Наш дурацкий кот. Вот так спит он у нас. Ты не понимаешь. Он никогда меня не любит. И никогда не полюбит. А я привезла с ним. Мы решили еще раз испечь хлеб. В этот раз по этому же рецепту делает Фридушка. Дети пьют у нас какао с молоком. Это хорошо. Жарится у нас картошка. Айгулька делает блинчики. Только начала еще делать. У меня нету. Вкусно? Да, но у меня нету. Пей давай, пей. Вкусно, да? Какао. Че смотришь? Вот у Фаридушки как поднимается тесто. У меня так не поднялось. Грета? Грета? Гради мою девочку! Мою девочку! Теперь в рулет. Меня учит человек готовить. Я не умею. Все? Или потоньше? Все. У меня оно тоже приклеивалось. Я боюсь просто побольше муки присыпать. Теперь убирай. Сейчас наш будущий хлеб отправляется в духовку. Вот такой хлебушек получился. Вон он какой мягкий, пышный. Он еще горячий. Фридушка помылась. Сейчас я тоже схожу помоюсь. И на этой хлебной ноте всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Пока-пока.